где я? Вроде же я пришел в свою же квартиру и начал спать. А это с вами топчики, всем привет, кстати. Проект Granny 5 в Майнкрафте от 12. Игра именно. Да, поначалу вы можете видеть начальную комнату. Она сделана очень похожей, да. Ну да, в общем. Выходим, и вот начинается самое. Теперь начало этого дома. Точнее, не дома, а отелей, Гренни. Тыквы с Хэллоуина еще остались. Картина. Много коробок. Закрытая дверь. Лестница наверх. Ящики еще раз. Бассейн, у которого еще здесь пока что нету продолжения. Кстати, вторая часть будет финальной. Да, так получилось. Это камень. Это такой спуск. А вот что насчет проекта Evil Nuts The Broken Mask в Майнкрафте, пока что я вот думаю, как я буду его делать. Не знаю, это очень громадный проект. Лежаки такие. Какая-то железная хрень. Ящики. Да. Закрытая дверь. Точнее, открытая уже. Котельная. С такой большой трубой, где можно... Где как раз тут есть вентиляция. В которую попасть в Майнкрафте не получится. Просто так запрыгнуть и попасть туда. К сожалению, оно так... Типа библиотека, я считаю, как выглядит эта комната как в игре. Потому что здесь все стеллажи, но не совсем я, конечно, уже сейчас понял, что это не библиотека. Потому что тут в игре там нет книжек, тут есть. Ну, просто так решил назвать эту комнату. Начало отеля идет с этой двери. Как со стороны выглядит домик, пока что я не могу показать. Только когда закончу проект. Еще тыква. Ресепшн. Лифт. Опять тыква. Опять шкафы. Картины. Задний вход. В игре мы тут заказывали курьершу, которая принесла нам пиццу, но превратилась в картинку. Кусок картины. Слендерины. Ну вот, как оно выглядит. И все. Забытая часть какой-то комнаты, потому что тут много... Чего развалено, столов, шкафов, ну, в общем, бардак здесь. Это такой телефон. Опять тыква, шкаф и ящик верхний. Третий этаж. Ну, точнее, это второй, а самый первый этаж это подвал был. О, да. Еще лифт на верхний этаж, тыквы. Три номера отеля. Первый. Это, если что, шкафчики. Здесь закрыто. Но это ванная. Еще один номер. Тоже закрытая дверь. Третий отель. И еще раз закрытая дверь. Идем к третьему этажу. А все. Наше путешествие пока что заканчивается. Продолжение, точнее, будет уже финальная, вторая часть проекта Granny 5. В Майнкрафте отель
скоро выйдет. А вы ждите с нетерпением. Возможно, завтра или послезавтра мы увидим ее. Вторую часть, финальную. Ну, а с вами был Димон Про. Всем пока-пока. Удачи всем.